Привет, я покажу, где найти второе место консоли улучшения транспорта. Глядя на корабль, стоя на спасательной капсуле, поверни компас в положение между юго-восток и западом. Ориентируйся на эту полоску. Забирайся в мотылек и одолей почти 800 метров. Если увидишь вот такой обломок корабля, ты у цели. Рядом с ним лежит ящик с данными консоли улучшения транспорта. Эти координаты тебе помогут. Теперь ты можешь прокачать свой транспорт и узнать все секреты мира субнаутика. Удачи в поисках!